Переходим с зимы на лето. Перед владельцами транспортных средств сейчас стоит задача сменить зимнюю резину на летнюю. Снег в городе почти везде растаял, да и положительные температуры устоялись. Петр Алдабаев решил не откладывать переобувку своей машины. Я решил переобуть свой автомобиль на летнюю резину. Пришло время, уже пора. Температура плюсовая, стоит уже больше недели. Весной пахнет, нужно переобуваться. Летняя резина даже позапрошлого года, но она не скатана, в хорошем состоянии. Зимняя тоже новая, поэтому нужно заботиться о своем автомобиле. Петр решил пока ставить прежнюю летнюю резину, но на следующий сезон, возможно, придется менять. По его словам, сейчас большим спросом пользуются шины корейского производства. Так считает и руководитель автосервиса. Его клиенты тоже выбирают шины по принципу цена-качество. В связи с подорожанием цены в последнее время на резины, люди стараются все-таки брать более эконом-класса резину. Это корейские производители, китайские производители. Ну, в принципе, кто как сможет. Учитывая повышенный износ зимних шин при положительных температурах, большой расход топлива и посредственные тормозные качества, переобуть зиму на лето лучше своевременно. Визит в автосервис не стоит затягивать. Так считает автослесарь Максим. За его трудовой стаж он поменял более 1000 шин на разных автомобилях. Клиентов много, потому что сезон все-таки начинается по переобуванию автомобилей. И люди начинают задумываться о том, чтобы не стоять в больших очередях, а приехать, спокойно переобуться и продолжать движение уже на летней резине, не изнашивая зимнюю. Эксплуатировать автомобиль летом зимней резиной нельзя. Прежде всего, в целях безопасности на дорогах. В Мытищинской госавтоинспекции напоминают об административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Алла Сталаева, Денис Петров, Первый Мытищинский.